этом мире разбитых зеркал, где никто никого не слышит, где телец золотой правит бал, и надежда на ладан дышит, словно конь, закусив у дела, все плыву я против течения, но лишаются смысла дела, а слова теряют значение. Только в роще поют соловьи, только волны бегут океана к берегам, где так мало любви и так много лжи и обмана. Только голос с вершин все слышней, не жалей ни о чем в этой жизни, верен будь до конца своих дней лишь небесной своей отчизне. В мире грез, где витает душа, среди снов, стихов и мелодий, мимо звезд я иду не спеша, по тропинкам иных угодий, а с вершин все слышней и слышней, не жалей ни о чем в этой жизни, верен будь до конца своих дней лишь небесной своей отчизне. Спасибо. Иоанн Сан-Франциский Шаховской. Его не надо путать с шанхайским. Это два разных человека. Он очень здорово предчувствовал, каким будет 21 век. У него интересный образ. И идет на нас оскалом 21 столетие. Ну, это одно из лучших его стихотворений. Мы попробуем сейчас дочери показать. Песня называется «Синай». Озерная лилея, кроткий ангел гор Ливана, а над миром смерть струится, раскаленный дух пустыни, черной кровью вдали стынет, убивает в небе птицу. Как Синая, у песков его предгорных продают в Египет брата, и телец спасется черный, опоенный черным златом. Народы мира, дети, смерть играет с ними в скалах, и идет на них оскалом 21-е столетие. Не оливам, а кумирам люди власть земную дали, и все громче звук над миром разбиваемых скрижалей. В изгнании он начал.
начал очень серьезные стихи писать. Он женился на эстонке, и как бы его тесть очень гордился, что русский барин у него, да, родственник. Вот он сидел на пруду, где-то рыбу там ловил, и понял, что такое Россия, то, что великое видится на расстоянии. И написал целый цикл замечательных стихов. Я вот как раз хочу закончить свое выступление песней на одно из таких стихотворений. Вот подождите, Россия воспрянет, снова воспрянет и на ноги встанет. Впредь ее Запад уже не обманет, цивилизацией дутой своей. Встанет Россия, да, встанет Россия, очи раскроет свои голубые, речи начнем говорить огневые, мир преклонится тогда перед ней. Встанет Россия, все споры рассудит, встанет Россия, народность изгрудит, и уж у Запада больше не будет брать от негодной культуры росток. А вдохновенно и религиозно, пламенно веря и мысля серьезно, в недрах своих непреложностью грозной станет выращивать новый цветок. Время настанет, Россия воспрянет, правда воспрянет, неправда отстанет, мир ей восторженно славу возгрянет, родина, солнце, восток. Спасибо.